Зачастую мы сталкиваемся в новостных сводках со статьями о зверских нападениях животных на человека, однако бывают и вполне безобидные случаи. Это 5 курьезных случаев нападения животных на человека. Девушка отдыхала на Бали. Прогулявшись по живописным окрестностям острова, она случайно повстречала двух незнакомых обезьянок, которые, не тратя лишних слов, тут же сумели показать, что намерения у них самые серьезные. Особенности работы в конной полиции заключаются в том, что с одной стороны транспорт не нужно заправлять бензином, но при этом с ним надо действительно подружиться, чтобы по дороге он тебя не сбросил. Похоже, что этот конь не просто привязался к своему наезднику, но и искренне влюбился в него. Посмотрите-ка, это редкая порода коня, у него 5 ног. С трудом возбужденные животные оттянули от предмета страсти, ну а дело было в Дублине. Фееричный кандидат в президенты США Дональд Трамп провел неудачную фотосессию символом американской демократии – орлом. Птица попыталась атаковать политика, заклевав его руку. Трамп согласился на фотосессию с орлом еще летом, объявив, что будет участвовать в президентской гонке. Фото с дикой птицей должно было украсить обложку Time. Журналисты так и не сообщают, удалось ли в итоге фотографу сделать удачные снимки или Трамп отказался продолжать съемку после атаки орла. Обыкновенный домашний козел из бразильского города Лондрина, расположенного неподалеку от Сан-Паулу, стал звездой YouTube. По всей видимости, козел решил, что все проходящие и даже проезжающие мимо люди хотят увести у него подругу. Он атакует всех без разбора, не щадя ни мужчин, ни женщин. Как видно на фото, те, кто воспринял бодливого козла всерьез, вскоре об этом пожалел. 21 апреля 2015 года в якутском селе Намцы на 10-летнюю девочку, шедшую по улице с матерью, прыгнул лев. Правда, оказалось, лев был на поводке, хотя и без намордника. Женщина, которая вела его по улице, среагировала моментально, поэтому ребенок никаких травм, кроме психологической, не получил. Тем не менее, девочка испытала самый настоящий шок. Она, как видно на фотографии, забилась в истерике и долго не могла успокоиться. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.